Добрый день, уважаемые дамы и господа! В жизни каждого из нас бывают неповторимые, судьбоносные дни. Дни, которые полностью изменят всю нашу жизнь. Сегодня такой день у Алины и Дмитрия. Радостный и торжественный день создания их семьи. Каждый человек мечтает о том, чтобы быть счастливым. Счастливым вдвойне можно назвать молодого мужчину, который появится сейчас здесь. Ведь он любит и любим. Встречайте, Дмитрий! Дмитрий, уже через несколько мгновений здесь появится ваша избранница. Она словно ангел, настоящее воплощение любви, красоты и нежности. Уважаемые дамы и господа, я прошу вас всех подняться, чтобы стоя приветствовать избранницу Дмитрия, ведь к нам идет сама невеста. Встречайте, Алина! Алина, Дмитрий, это огромное счастье. На целой планете встретить того, с кем хочется разделить всю вашу жизнь, засыпать и просыпаться, открывать этот удивительный мир вместе и наполнить жизнь друг друга нежностью и заботой. Первое свидание Алины и Дмитрия было очень необычным. Это было 9 мая, и Дмитрий пригласил Алину, знаете куда? В музей Великой Отечественной войны. И воодушевленно, и весьма подробно рассказывал этой очаровательной девушке о пушках и пулеметах. Удивительно, но свидание ей действительно понравилось и запомнилось на всю жизнь. И они встретились снова. Они прогуливались по парку, присели рядышком, и она склонила голову к нему на плечо. Одного этого прикосновения хватило ему, чтобы понять, что именно та девушка, с кем он хочет провести всю свою жизнь. А сегодня начинается новый этап ваших отношений. Сегодня вы создаете семью. Семью, в которой по-настоящему любят друг друга. Где царит мир, доверие и полное взаимопонимание. Прислушайтесь к своему сердцу. Ощутите, что в этот самый момент вы начинаете отвечать не только за себя, но и за того человека, которому дарите сегодня свое сердце. Здесь и сейчас я прошу ответить вас, Дмитрий, готовы ли вы с каждым днем любить эту очаровательную девушку еще больше, защищать ее, поддерживать во всех жизненных обстоятельствах? Готовы ли вы, Дмитрий, стать мужем Алины? Да. И теперь я прошу ответить вас, Алина, готовы ли вы любить Дмитрия с каждым днем все больше и больше, вдохновлять его, поддерживать во всех начинаниях, быть заботливой и мудрой хранительницей семейного очага? Готовы ли вы, Алина, стать женой Дмитрия? Да. Теперь я прошу вас произнести друг другу слова ваших заветных свадебных клятв. Любимая, я благодарен судьбе
за Тебя. Ты мое счастье и радость. И я хочу прожить с Тобой каждый миг своей жизни. Обещаю быть нежным с Тобой, ценить и уважать Тебя, поддерживать Тебя во всем, во всех Твоих делах, начинаниях, поддерживать все Твои самые безумные идеи. И я верю, что наша с Тобой любовь выдержит все испытания. Любимый, если ты будешь улыбаться, буду улыбаться и я. И совсем не важно, заметишь ли ты мою улыбку или я твою. Ведь не важно то, что мы видим, куда важнее то, что мы чувствуем. Я обещаю беречь тебя, вдохновлять тебя. И пускай наша любовь поможет нам в этом. Ваши обручальные кольца бесконечны, как и ваша любовь. Надев их сегодня, носите с гордостью, как знак взаимной любви и супружеской верности. Вместе вы будете или на расстоянии, пусть они всегда напоминают вам о клятвах, данных друг другу сегодня. Я подтверждаю ваше желание создать семейный союз. Сегодня, 19 марта 2017 года, объявляю вас мужем и женой!